будет. Поэтому с нетерпением ждем саммари сегодняшнего матча, итогов для того, чтобы их подвести и еще раз насладиться лучшими моментами игры, в которой было забито 5 мячей и была одержана победа, которую можно назвать исключительно волевой. Дважды по ходу матча «Динамо» отыгрывалась и в концовке вышла вперед. Смотрим за лучшими моментами, за самыми яркими ситуациями и таким образом подводим итог этого матча. «Анжи Динамо» 2-3. Для вас работал Роман Нагучев. Смотрите «Наш футбол» на канале «Наш футбол».